На вооружение российской армии поступает уникальная снайперская винтовка, которая способна поразить противника даже за легкой броней. Результаты первых учебных стрельб впечатлили не только курсантов, но и бывалых военных. Даниил Горчаков наблюдал за испытаниями уникального оружия. Служба снайпера сродни работе сапера, который, как известно, ошибается один раз. В боевых условиях есть только единственно верный выстрел, иначе стрелок будет обнаружен и, скорее всего, уничтожен. Курсанты школы армейских снайперов под Хабаровском сутки напролет в любую погоду отрабатывают искусство оставаться незамеченным, терпеливо выжидать подходящий момент и попадать точно в цель. Снайперская засада – одна из сложнейших задач в школе обучения стрелковому мастерству Восточного военного округа. Ситуацию усугубляет то, что снайперам приходится действовать на полностью открытой местности. Задача бойцов – остановить колонну бронетехники и ликвидировать условного противника. Привычными винтовками Драгунова или, для краткости, СВД противостоять бронированной технике снайперу не имеет никакого смысла. Для таких целей в войска поступают крупнокалиберные корды. Военные называют их АСВК. Это одна из последних разработок оружейников из города Коврово. Снайперы работают в паре. Стрелок с СВД целится в живую силу, крупнокалиберщик работает против массивной техники. Говорят, пуля из корда способна убить человека ударной волной, даже если пролетит в паре сантиметров от него. СВД пробьет, ну, максимум УАЗ, не бронированный. А СВК способна прошить БМП с двух бортов через двигатель насквозь. То есть на дистанции 700-800 метров вполне возможно. Однако, каким бы совершенным ни было оружие, без профессиональных навыков успехов проведения спецопераций не достичь. Помимо умения попадать в цель, командование добивается от курсантов слаженности. Операция по захвату условной диверсионной группы проходит при полном взаимодействии с разведчиками. Сценарий для учебных занятий в школе армейского снайпинга инструкторы стараются брать из реальной практики ведения боевых действий в горячих точках. Где-то что-то смотрим, какие-то видеосъемки, соответственно, это применяем здесь у себя. На данных занятиях. Для разнообразия и, как говорится, обмен опытом, потому что инструктора у нас боевые. Соответственно, из своего собственного опыта данные вот эти занятия проводятся. Курс подготовки снайпера длится 3 месяца. За это время курсанты осваивают как легкие, так и крупнокалиберные винтовки, а главное – технику стрельбы практически в любых природных условиях. От заросших лесом сопок до открытых пространств, которые зимой мало чем отличаются от арктической тундры, где уже появились отряды мотострелков-полярников.